lentää vähän välillä. Kuuluvat, kun Suomi hakee vielä. Pystyisikö tekemään vielä neljännen tähänkin jaksoon? Hyvin tullaan ja nyt avautumassa siinä sitten paikka maalierostalla ja pallo maalissa. Hirveästi tilaa kuitenkaan alle ja Valta pääsee välittömästi tuossa tilanteessa katkaisemaan Paananen. Paananen pääsee vielä syöttämään, Paananen uudelleen, pääsee alueelle ja vetää. Ja siellä on 2-0, 22. Чуть более позднего развития. И тренер нашей сборной Андрей Скоробогатько отмечал это, кстати говоря, в своем интервью. Он не был уверен, какой из составов все-таки в итоге приедет. И Бельгии низкого роста. Сколько высоки центральные защитники сборной Финляндии? Мы видели на фоне сборной Израиля, сборной Грузии, да, и сборной Беларуси. По крайней Сари мере... Киви, казалось бы, была у него позиция для того, чтобы пробить. И, возможно, зря он подрабатывал себе. Именно он частенько атаковал. Крайний защитник сборной Финляндии. Классно дает на форварда Финляндии. Есть возможность забить. И что у нас? Yeah.